Россия за 6 месяцев заплатила Украине 6,5 миллиардов рублей за поставку электроэнергии на Крымский полуостров. Об этом на совещании в Симферополе сообщил заместитель министра топлива и энергетики Крыма Сергей Бедрык. По факту за первое полугодие истратили субсидию из федерального бюджета с учетом аванса за август 6,5 миллиардов рублей. Сумма до конца года, необходимая с учетом фактических затрат, составляет 11,6 миллиардов рублей.